Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я покажу вам очень простой рецепт от пигментных пятен на основе чистотела. Для этого нам потребуется трава чистотела. Можно, если есть возможность, использовать свежий чистотел. Если его нет под рукой, можно купить в аптеке траву чистотела сухую. Можно фильтр в пакетах. Можно россыпью. Как я вам говорила раньше, я очень люблю простые рецепты. И этот рецепт именно к таким и относится. Мы сегодня будем готовить настой на основе чистотела. Что нам для этого потребуется? Я беру 2 фильтр-пакета чистотела. Если у вас чистотел россыпью, то нам потребуется 3 чайные ложечки его. Закладываю в стаканчик. Добавляем 100 мл кипятка. И оставляем настаиваться до остывания. Потом я к вам вернусь. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Когда наш настой остыл, отжимаем пакетики. Чем удобен чистотел в пакетиках? Что его не надо цедить? Можно просто отжать из него всю полезность и пакетики выкинуть. Далее мы переливаем этот настой в удобный для использования флакончик и протираем этим тоником кожу с пигментацией, пигментными пятнами и веснушками ежевечерне. Нужно выполнять эту процедуру каждый вечер в течение минимум месяца, а лучше 2. Настой хранится в холодильнике и использовать его можно максимум в течение недели, потом лучше заварить новый. Это не очень долго, довольно бюджетно по цене и не слишком обременит вас. Вот такой простой тоник на основе чистотела я вам сегодня хотела показать. Конечно же, со всеми рецептами от пигментации, как и с любыми другими, все очень индивидуально. Поэтому ищите, подбирайте свой рецепт, проводите обязательно курсовое лечение, меняйте средства, чтобы кожа ваша не привыкала к одному и тому же рецепту, и обязательно получите результат. Пигментные пятна и веснушки станут значительно светлее. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Не забывайте поддержать меня своими оценками. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Пока-пока. До новых встреч.